видели это пятно? Нет, конечно. Прошу меня простить. Анжи? Ковер всегда здесь лежал? Да, всегда. Пятно явно не первой свежести. Месяц или около того. Че гадать? Сдадим на экспертизу и узнаем точно. Если месяц, то по времени совпадает с пропажей Анатолия. Завтра будет накрыт позднее. Я забыл книгу в библиотеке. Вам ее принесут. Ну, знаете, просто возмутительно. Смотри, как интересно. На полу пятно есть, а на ковре нет. Или есть, но где-то в другом месте. Ух ты. Ага. Ну, подними. Я тебе домкрат или что? Домкраты менее разговорчивые. Ну-ка. Да. Неплохо. А что, так можно было? Просто перевернули ковер и выиграли месяц? Если убийство произошло здесь, то оно было спонтанным. Ну да. Место для убийства не слишком удобное. И тело до выхода тащить далеко, из ковра пятна крови практически не вывести. Зато теперь у нас есть отправная точка. Обожаю шафран. В Грузии самый лучший шафран эмеретинский. Mm-hmm. Без него не обходится ни одно блюдо. А с такой приправой можно съесть даже старый ботинок. Не волнуйтесь, это точно не старый ботинок. Давичи, собирался заглянуть в библиотеку. Так вот, ваш помощник Михаил не впустил меня. Довольно неприлично выгонять гостей за порог. Не находите, Полиночка? А вы не суйте свой нос куда не следует, вас никто не будет выставлять. Кажется, никто не просил никого высказываться. А вас, кажется, никто не просил хамить, но вы же почему-то это делаете. Полиночка, дорогая, с вами все в порядке? Да, прошу прощения. Полина, зайдите ко мне, пожалуйста. Кто-то здесь прибрался после его исчезновения. Хотел создать видимость, что Анатолий уехал. Точно. Разбираться, как все лежит, времени не было. Надо было валить. Именно. Рубашка не на месте явно. Это же интересно. А зачем надо было хранить мобильник в ящике с бельем?
Видимо, это второй телефон, Сереженька. Я не хотел, чтобы о нем кто-то знал. Надо зарядить и выяснить, кому он звонил. Надо же. Я не догадался. Вынужден признать, Макар и Сергей не мои ученики. Это детективы. Одни из лучших. И мой эконом, он не уволился. Пропал. Полиция ничего не нашла. Так что я... Михаил сказал, что вы его убили, и он его съел. У Миши мрачный юмор, да и сам он немного мрачноват, зато надежный. Полина, вам нечего бояться, здесь вы в полной безопасности. Спасибо, я могу идти? Подождите кое-что еще. Простите, что вчера наговорил вам столько неприятных вещей. Это было необходимо. Иногда, только надавив на больные точки человека, можно подобрать к нему ключ. Я хотел вам помочь. Надеюсь, что вы не держите на меня зла. Держите всегда его при себе. Увидите, как изменится ваша жизнь. В сложной ситуации этот ключ откроет для вас новый путь. Ну что, наколдовал? СМС-уведомление — это просто гениально. Я по памятнику поставил человеку, который все это придумал. Никаких тебе запросов в банк, все на телефоне. Слушай, а походу этот Анатолий неплохо устроился. Тратил мало, жил на всем готовом. Платежки только входящие. О, а вот это уже интересно. 6000 баксов. В экономе валютный счет имелся. Может, мне в эконом податься? Сначала выясни, за какие услуги платят такие суммы. Так, посмотрим, разовая ли это платежка. Ну, ему переводили бабки каждый месяц. Либо он кого-то шантажировал, либо на кого-то работал. Последний платеж за 3 дня до исчезновения. И сумма интересная, в 2,5 раза больше, чем обычно. Если Анатолий оказывал какие-то услуги, то такая сумма может означать конец сделки. Он сделал то, что должен был. А если шантаж? Если шантаж, то это тот момент, когда жертва понимает, что это замкнутый круг, ищет варианты решения. Но в любом случае, это самый подходящий момент, чтобы избавиться от Анатолия. Все еще мечтаешь о карьере эконома? Слышал, Марина выиграла чемпионат Европы по художественной гимнастике. Да, да, на прошлой неделе. Как вам удалось вырасти таких дочерей? Всегда, везде первые. Не знаю. Они как-то сами. Но вы же знаете, что я здесь не из-за них. Георгия опять уволили. Он ничем не занимается. Ничем не интересуется. Просиживает целый день в интернете. Его даже мужчиной назвать нельзя. Это просто позор для меня, как для отца. А мой сын должен быть лучше. Должен... кому? Всем. Я же все ему дал. Все. Лучшие учителя, лучшие курсы. О деньгах не думай. Только развивайся. Становись опорой отцу. Анжей, я просто очень надеюсь, что с помощью вашего ключа не удастся. Это понятно. Анатолия никто не любил. Он был скользкий тип. А как это выражалось? Можно поконкретнее?
Конкретнее нельзя. Считайте, это моя личная неприязнь без всяких на то оснований. Может, у него были особые отношения с гостями? Я слышал, Ирма с ним неплохо общалась. Нормально с ним общалась. Ничего между ними не было, если вы про это. Ну да, я не говорю, что было. Просто вы так реагируете, как будто пытаетесь все защитить. Она хороший человек. И ко всем хорошо относилась, включая Анатолия. А сама одинок и несчастна. Анатолий тоже, кажется, был одинок. Ему просто никто не был нужен. Как и вам? Как и мне. Не знаю. Не знаю. Не пишется и все. Я уже что только не пробовала. И медитативное рисование. И аффирмации, и даже гипноз. Если и вы мне не поможете, я просто не знаю, что делать. Вы уезжали в Англию, почему вернулись? У Анжелики был непростой период, она рассталась с женихом, ей просто была необходима моя поддержка. А зачем вообще вы ездили в Лондон? Послушайте, мой дорогой, у меня там были дела. Понятно. И вы все бросили? Чтобы вернуться к сестре. Без меня бы она просто не справилась. Дорогая, я не могу сейчас говорить, я тебе перезвоню. Добрый день. Добрый день. Мы вас помучаем своими дурацкими вопросами, если вы не против. Да, конечно, присаживайтесь. Ваша работа здесь важнее моей. Но я здесь недавно, поэтому... Зато вы уже нашли то, на что никто другой внимания не обратил. Вы, наверное, сильно испугались. Не думаю, что мне что-то угрожает. Я никому не мешаю и попала сюда случайно. Очень интересно. Расскажите, как? Я уже рассказывала. Вы говорили про объявление. А вот почему вы ухватились за возможность переехать жить непонятно куда? С вами что-то случилось? Анжи не зря сказал, что вы одни из лучших. Нет, мы не одни из лучших. Мы лучшие. Ну вот, вы улыбнулись. Давайте, выкладывайте. Я работала менеджером в строительной компании. И год назад у нас появился новый сотрудник. Олег. Красивый, умный, смешной. И все девчонки на него запали. И я не исключение. Мы вместе работали над одним проектом. Все так быстро завертелось. Я думала, что между нами настоящая любовь. Он меня заставил в это поверить. Через полгода он делает мне предложение. Он сказал, что его мечта — большой загородный дом, и что у нас будет большая семья. Он так был воодушевлен, так в это верил. Мне хотелось его поддержать. Он убедил меня, что нужно продать квартиру, которая досталась мне в наследство от бабушки, чтобы вложиться в дом. И вот мы покупаем дом нашей мечты, и я в нем даже живу 2 недели до того, как сказка прекратилась.
Просто в один из дней я пришла раньше с работы и застала его с нашей общей коллегой. Оказывается, он встречался с ней параллельно со мной, и на работе все об этом знали. Все знали, и никто мне об этом не сказал. А с домом что? А все замечательно с домом. Он оформил его на себя. Погодите, вы вложили в дом собственные деньги, и он достался вашему любовнику, с которым даже не расписано. Почему они боролись, не наняли адвоката? Знаете, я первое время даже вспоминать об этом боялась. Не то, что так говорить вслух. А сейчас что случилось? Я думаю, что пришло время отпустить. Моя проблема в том, что я пытаюсь завести семью, ну, личные отношения. Но странно, знаете ли, как-то не везет на личном фронте. Скажите, а ваши родители все еще вместе? Нет. А, то есть да, нет, моя семья вот уже 40 лет вместе, прекрасная семья. Вы часто видитесь? Ну, как часто. Я бываю у них в гостях, мы вместе ужинаем. У нас прекрасные отношения. Понятно. И вы хотите найти жену, с которой вы будете так же, как ваши родители, 35 лет вместе, верно? Верно. Мне говорили, что вы... Простите, мой скептицизм. Обладаете магическими способностями. Я надеюсь, что... 35 или 40? 35. Вначале вы говорили 40. Ну, знаете, 35, 40, какая разница? Я не знаю, какое это имеет значение. Тарас Эммануилович, я прекрасно вижу, когда человек сам не понимает, в чем его проблема. И прекрасно вижу, когда человек мне врет. С тем, кто врет, я не работаю. Но вы же мне не откажете в помощи. Я дам вам еще один шанс. Спасибо. В следующий раз назовите мне настоящую причину вашего визита. 37, если быть точным, семья живет вместе. Дорогая, ты долго будешь ездить к этому шарлатану? Он за твои же деньги пудрит себе мозги. Дорогая, мне здесь хорошо. Я побуду немножко и вернусь. Ладно. Ну что ж, тогда мне придется сказать родителям, что тебя затягивают в какую-то секту. А у мамы слабое сердце, между прочим. И я умоляю тебя. Пожалуйста, не трогай родителей. То есть я должна тебя оставить на растерзание каким-то жуликом? Ковальский никакой не жулик, я уверяю тебя. Я должна сама на него посмотреть. И если он мне не понравится, то я заберу тебя. Договорились? Договорились. Армен? Как хорошо, что вы здесь. Я как раз хотела нарезать букет цветов. Давид Романович? Я. Мне надо было проветрить голову после сеанса с Анджеем, и вот я забрел сюда. Не помню, можно ли к гостям здесь находиться. Нежелательно. Но я принесу для вас большой букет цветов, и он поднимет вам настроение. Спасибо. Спасибо, Полина. Вы очень добры.
Скорее всего, пока вас не было с Михаилом дома, к Анатолию приехал этот неизвестный спонсор. А потом между ними пошло что-то не так. В результате Анатолий отправился туда, где деньги ему больше никогда не понадобятся. А где же труп? Возможно, если мы поймем причину конфликта, мы сможем найти и труп. Скажите, а что самое ценное в вашем доме? Даже не знаю. Но ведь в доме ничего не пропало. Да. Ну, возможно, из-за этого и произошел конфликт. Анатолий мог пообещать вынести что-то из дома, но не выполнил обещание. Например, какой-нибудь старинный ценный ключ. Как интересно, вы знаете, я недавно познакомился с одним очень интересным сообществом. Они себя сами называют привратники. Ищут какой-то выход в другой мир через метафорическую зеленую дверь. Открыть эту дверь может специальный ключ, который пропал в Румынии несколько веков назад. Занятная история. Да, не то слово. Я знаю, что вы собираете ключи по всему свету. Ничего интересного не привозили из Восточной Европы в последнее время? Нет. Ничего такого не припоминаю. К сожалению. Но если вдруг вспомните, дайте знать. Михаил, я заметила, вы в хороших отношениях с Ирмой. Мне кажется, что вас наняли следить за этим домом, а не за людьми. Да я просто хотела узнать, какие у нее любимые цветы, сделать приятный сюрприз. Насчет сюрпризов, да не ко мне. И насчет приятных тем более, да? Тем более. No. No, I can do it now. Please. Please, you should wait. I miss you. I miss you so much. Спасибо, чувак. С меня причитается, как обычно. Аппарата. Следователь Бабкин на проводе. В общем так, чисто Анатолий как ангел после бани. Родился и вырос в Петербурге. 5 лет жил в Москве. Не был, не состоял, не привлекался. Никаких связей с твоими привратниками. Но это могли быть неофициальные контакты. Вряд ли он ходил по городу с объявлением «Продам артефакты хозяина». Да ты хочешь придумать какую-то красивую сказку. Якобы некие фанатики охотятся за волшебным артефактом. А на самом деле Анатолия кто-то убил тупо из-за бытовой мелочи. Ну да, они с Михаилом мне поделили кусок колбасы за завтраком. Нет, вариант с колбасой, он явно лучше, чем все эти твои фантазии. Ты признайся, мы в тупике. Всех опросили, версий ноль. Без новых вводных дело. Труба. А этюд с артишоками? Mm-hmm. Я видел работу Савичева на последней выставке. Это же фантастика, что он с ними творит. Согласна, согласна. Он, ну, совершенно поменял манеру. Что в его возрасте, надо сказать, смелый и даже таки безрассудный поступок. Но вы же видели эти артишоки? Да. Они же как живые. В них просто хочется впиться зубами. Ну вот, артишокам захотелось. Это вы во всем виноваты. Организуем. Полиночка, скажите, здесь есть какой-нибудь магазин? Давид Романович, утром я поеду на рынок, и к обеду у нас будут артишоки. Полиночка, да вы просто волшебница.
А, кстати, вы не знаете, где Тарас Иванович? А, нет, и слава богу. Тарас Иванович? Пресвятые угодники. Что-то случилось? Нет, нет, ничего, все в порядке. Можно поинтересоваться, чем вы тут занимаетесь? Может быть, вам нужна моя помощь? Я здесь... Да, да, потерял свое кольцо. Знаете, такое старинное, с рубином, досталось по наследству. Полиночка, у вас хорошие глазки. Могли бы вы здесь поискать? Кстати, обед уже подали? Да. Пожалуй, схожу. Приятного аппетита. Да, благодарю. В этом вы можете не сомневаться. О, Поленочка, проходите. Как вам мой костюм? Отлично. Спасибо. А, Полина, мы на обед опоздали. Уж извините, Сергей укладку не закончил. Нет, я просто хотела сказать, вдруг это как-то поможет расследованию. Присядьте. Я видела, как Воловик рассматривал то место, ну, где пятно. Он сказал, что потерял кольцо, но я ему, конечно, не верю. Он все время рыскает по дому. И ночью я слышала шаги. Наверняка это Воловик и был. Угу. Или неупокоенный дух Анатолия пришел сменщицу навестить. Сережа так шутит, когда голодный. Продолжайте. А что я шучу? Я не вижу ничего странного, что кто-то ходит по дому. Может, бессонница у человека. Да зря я, наверное, пришла. Это все моя мнительность. Послушайте, Полина. Нам важна любая информация. И если вам покажут что-то странное, вы рассказываете нам? Ну, я просто подумала, почему полиция не обнаружила этого пятна, когда они искали Анатолия? Может, их вызвать еще раз? Только вы не подумайте, что я сомневаюсь в вашей компетенции. Просто если Анатолий объявлен в розыск, мы же должны держать их в курсе, да? Анатолия не объявляли в розыск. И полицию тоже не вызывали. Ни тогда, ни сейчас. Как не вызывали? Анжи мне сказал, что... А что он вам сказал? Обед подан. Он сказал, обед подан. Клара Ивановна, можно кое-что у вас спросить? Да, лапочка моя, что хочешь. Скажите, когда Анатолий пропал, в доме была полиция? Не знаю. Мне пришлось за продуктами ехать. Так что я не все время была дома. Клара Ивановна, скажите, мне важно знать. Нет. Полиции не было. Мы думали, что Анатолий уехал и никого не предупредил. А потом мы думали, что Анджей сам во всем разберется. Полиночка, дорогая, я прошу прощения. Я знаю, я не должна здесь находиться, но мне очень нужна энциклопедия мировой живописи. Мне кажется, у Анжи такая была. Да. Да? Давайте поищем. А, где-то... Вот. А, держите. Ну, конечно. Ой. Держите, я подниму. Благодарю вас, вы меня очень выручили. Thank you.
Януш Мицкевич и Роберт Иглс несравненному Янушу в знак вечной дружбы. Куда-то собрались? Да. Подруга позвонила, сказала, что ей нужна моя помощь. Это чушь. Мы прекрасно знаем, что у вас нет никаких подруг. У вас вообще никого нет. А вижу, про меня вам все известно. А про себя вы только лжете. Полина, я никогда не лгал вам. А почему вы тогда сказали, что в доме была полиция, когда пропал Анатолий? Это было долго объяснять. Так же долго, как то, почему вы живете под чужим именем? Откуда? От вашего друга Роберта. Я нашла сборник его стихов. Полина, я не хотел, чтобы вы узнали таким образом. Я не говорю уже про то кровавое пятно, которое я нашла на второй день работы. Может, это вы убили Анатолия? Я уже ни в чем не уверена. Нет, Анатолия я не трогал, но вы правы в одном. Я действительно убил человека. Это случилось давно. В прошлой жизни. Меня тогда звали Януш Мицкевич. Я познакомился с невероятной девушкой. Ее звали Люля. Я звал ее Люля. Вся эта романтика продлилась недолго. Очень скоро я понял, что Люля может вывести из себя любое слово. Почти каждый вечер мы ссорились. Я хотел уже с ней расстаться. И именно в этот момент нашей жизни появился Роберт. Тот самый Роберт с фотографией? Да. Люля представила его как старого друга, сказала, вместе учились на актерском. Он оказался очень умным, неординарным, эрудированным. Мы могли с ним часами говорить обо всем. И Люля при нем вела себя лучше. Все это рухнуло в один вечер. Мы тогда много выпили. Я плохо соображал. Завязалась какая-то ссора. Мы подрались. Не помню, как все произошло. Я очнулся и увидел. Вы убили его? Я не помню как. И что вы сделали? Ничего, я был в шоке, плохо соображал. Люля взяла все в свои руки. Велела мне остаться в квартире, избавилась от тела, разобралась с полицией, подкупила свидетеля, который видел, как Роберт там заходил. С тех пор она полностью поработила меня.
Люля стала моим личным тираном. Я уже не мог с ней расстаться. Она угрожала, что все откроет полиция. Однажды я решился и убежал от нее. Поменял документы и начал новую жизнь. Так я стал Анджеем. Поэтому вы почти не выходите из дома и отказываетесь от публичности. Да. Я стараюсь жить как можно более скрытно. Хотя... мне давно пора выйти и во всем признаться. Сапожник без сапог. Я даю людям ключ к новой жизни, но для меня самого такого ключа нет. И быть не может. Может, вы просто его не искали? Полина, эту историю не знает никто. Только вы и Михаил. Я попрошу вас держать ее в тайне, пока не разъедутся гости. Далее вы вольны делать с этим знанием, что хотите. Я не буду принимать решения за вас. Это ваш груз. Но вы не уедете. Хотя бы сейчас. Нет. Я вас не брошу. Поменял документы и начал новую жизнь. Так я стал Анджеем. Жизнеутверждающая история. Анатолий мог узнать об этом и шантажировать Ковальского. Ковальский платил и держал шантажиста в своем доме? Ну, Толик мог шантажировать хозяина и не открываясь, тайно. Потом Ковальский узнал, кто его шантажирует, и убил. А пятно на ковре и полу оставил на память? Зачем он к нам тогда обратился? Простите, что напугал вас. Но мне иногда такое ощущение, что кто-то постоянно бродит по дому. У меня тоже. Мне показалось, что я слышала шаги около своей комнаты и решила проверить, кто это. Мьюкс, вау, сава, квепенсе. Иногда лучше знать, чем предполагать. Вы говорите по-французски? Да, со времен французского легиона. Вы там служили? 10 лет. Михаил, я вас чем-то раздражаю?
С чего вы взяли? Я просто очень тяжело пускаю людей в свой ближний круг. Понятно. Зато вы, наверное, реже разочаровываетесь. Я провожу вас в комнату. Спасибо за чай. Миша, мне кажется, там кто-то есть. Давайте проверим. Давид Романович. Да. Слушайте, вы меня напугали. Вы же знаете, что одному здесь находиться нельзя. Тем более в такое позднее время. Если хотите, возьмите книгу с собой. Я уже ухожу. Ну, я, пожалуй, пойду. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Полина. Дорогой, я не решилась говорить при всех за завтраком, но у меня к вам есть одна огромная просьба. Разве я могу вам в чем-то отказать? Ну, конечно, можете. Но я очень надеюсь, что вы не откажете. Дело в том, что моя сестра, можно ли ей приехать сюда ко мне? Она так волнуется, она всегда за меня так волнуется. Ирма, дорогая, любому другому гостю я бы сказал, что это не в наших правилах. Но для вас я сделаю исключение. Мой дорогой, c'est très gentil. На рынок не нужно, только в овощную лавку за артишоками. Я понял. И спасибо, что проводили меня ночью. Знаете? Не за что. А вы знали, что Анжи – это его не настоящее имя? Его зовут Януш Мицкевич, и он скрывается от обвинения в убийстве. Какие странные фантазии у вас. Да можете не отпираться. Он же мне сам все рассказал. Это его дело. Я не привык откровенничать с малознакомыми людьми. И не люблю тех, кто сует нос не в свое дело. Да вы вообще никого не любите. С вами вообще невозможно нормально общаться.